В течение года запрещено, в течение года еще, разведение дикого быгана и его ввоз в охот хозяйства, а также особо охраняемые природные территории. А в первой угрожаемой зоне запрещено комплектование хозяйств свинопоголовьем свиней. Все перечисленные мероприятия, которые я сказала, выполнены. В рамках проведения проверок, которые сегодня нам позволяет наш ГИС, система «Меркурий», регистрировать факт ввоза свиней, продуктов животноводства, которые не прошли тепловую обработку, за пределы второй угрожаемой зоны не установлено. То есть мы понимаем, что сегодня жители, которые попали в эти 6 районов, они попали в такую вот свою отдельную республику. То есть все, что они производят, свиней и продукцию свиноводства, могут реализовывать на территории собственных районов, но не имеют возможности сегодня вывести за пределы, которую зону сегодня установил законодатель, которого мы установили в Ульяновской области. Мы проводили ежемесячно на территории Кузоватого и Сурской вершины обход населенных пунктов с целью установления фактов содержания. Фактов наличия свиней не установлено. По хозяйственных книгах записи поголовья свиней отсутствуют. Конечно, здесь важным моментом является наш районный поселок Кузоватого, где люди исторически занимались разведением свиней. И, конечно, сложности сегодня переходить на какой-то альтернативный вид животноводства. Но год нужно выдержать сегодня для того, чтобы свиноводством население не занималось. Контролем на ярмарках выходного дня, на рынках, которые проводились внутри района, фактов реализации свиней с данной угрожаемой зоны не выявлено.